Устал. Продолжаю. Второй день в церкви где-то там. В каком-то храме приютили меня. Аккуратнее. Уикенд уже пройден. Инс. А, ну да, я вот сейчас вспоминал, как звали этого знакомого. Они пиарят себя тут. Блин, я забыл, для чего бумага нужна. Что, в туалете закончил? Что есть? Граната. Опа. Это что? Стал. А чувачки вот синим за меня, да? Надеюсь, что пока да. Баночек. Доставить материнки. А, это я должен куда-то отнести. Средний палец, да? Кто-то сопит?
кладбище, ясно. Кто-то там есть на кладбище. Люди собрались. Стоят и выходы. Пряменько и направо. Открыли проход уже. Походу вторничный проход. Надо научиться слезать с лестницы, пока есть такая возможность. Да. Прыгать на нее. Да, просто вот перелипать к ней и все. Вижу базуку на кондиционере. Че ты выше не прыгаешь, блин? Это сверху. Полезная базука на. А, мне как раз сюда и надо. Подтирайтесь с нами. Это все? Это стоит $125. Пожалуйста, успокойся. Добро пожаловать в серый дом. Подтирайтесь с нами. Это все?
Это стоит 125 баксов. Все мои деньги. Бумагу купить. Давайте решим все миром. Я могу вам чем-нибудь помочь? Добро пожаловать в Серый дом. Подтирайтесь с нами. Это все? Это стоит 125 долларов. Пожалуйста, успокойся. Нет, я не согласен 125 платить. Пойду разберусь. Начальство мне, пожалуйста, пригласите. Вопросов нет. Сегодняшний день – начало конца ваших жизней. О, мамочка! Ау! Я ранен! А это полицейский. Этот дробач не сносит, даже со второй пули. Мне такой не устраивает. Ох, обосрался! Этого мне определенно нужно побольше. Ребята, успокойтесь, чего вы бегаете как бешеные? А, так ваншотом убивает револьвер, нормально. Ему вообще не сносит. Игра. Что у меня свернулось? Battle.net решил обновить. Спасибо. Вовремя.
конечно, и ладно. Туалетная бумага на охраняемом втором уровне, да? 125 баксов. Жестко надо охранять, походу. Да, смотри, это та же проблема с бумагой. Я и так у тебя заберу бумагу. Задание выполнено. Ему минимум человека 4 купила, я видел. Передо мной бумагу. Где деньги? Дерьмо. Эй, подонок, стой смирно! У нас здесь трудная ситуация. Одного потеряли. О, что у вас там нормально, ребята? Этого мне определенно нужно побольше. Ты там гонишь, блин. Наверх надо забраться.
Эта штука хорошо действует. Я прям за дверью. Сволочь. Мне уже лучше. Стой, или я буду стрелять. Так где ты? Я называю это реформой соцобеспечения. Эти? А тут мертвый человек. Тут трупов гора. Очереди уже нету. Ну что это за... 2015 год. И бы как-то и доработать момент. В 2015 году такие ошибки выпускать. Ну и где эта очередь, которая только что была на камерах? У вас что тут? Куда-то? Рыбачили же. Так. Разгромить офис конкурента. Ну ладно. Я снова туда мне. Право и прямо.
ПУ Геймс, да, мне туда. После перекрестка налево. Хорошо. Далеко. Ну вот они здесь, походу. Хил или армор тут будет. Вот не здесь что-то. Все. Все недели и воскресенье получается. Окей. Я думаю, пора устроить тут маленькую корпоративную войнушку. Ага. А теперь польем цветочки, чтобы лучше росли. Черт! Ау! Дерьмо! А головой разбился. Изика. Какое облегчение. Фак. Забыл. Ну что, ты с пистолетом ходишь по улице, а? Мне уже лучше.
Смотрите, изображение на компах. Проклят. Все те же 11.05. Пусть весь мир подождет. Этого мне определенно нужно побольше. Нормально, не выращивают. Скрытая комната. Пиццы. Палы. Прям с унитаза. И тут две аптеки. Я полагаю, более политкорректно будет... Этого мне определенно нужно побольше. Эта штука хорошо действует. Так и будешь там стоять? Согласитесь, в этом я хорош. Дерьмо! О! Это смельчак. Я полагаю, более политкорректно будет убивать женщин и нацменьшинства в первую... Отличная вещь! Надо найти еще.
Задание выполнено с крайней жестокостью. Чё? Синий экран. А вот что оказывается. Что происходит там? Этими я дверями. Идут уже урыватели. Дерьмо. Опа. 200 баксов у тела лежало. Мне уже лучше. Какое облегчение. Нет, здесь высокого напряжения проверено. Вот это вещь. Пользен лицо. Пончики насобирал. Так, куда мне надо идти за материнской платой? Ну, обратным путем иду. Этот улетает просто в лед. А из-за уровня сложности, что дамаг такой дикий. Это в DLC не так... крутили. Думаю, эти парни не будут рады меня видеть. Если мы встретимся вновь, лучше быть начеку. Это да. Как-нибудь правее можно резать? Закрыто. Так,
А жаль, вот мне вот так вот было удобно. Я вокруг этой бочки бегал, думаю, где тут что-то прятали, оказывается, на ней снайперка была. Ладно. Это среда. Как-то на следующий день уже откроют. Хожу на дорогу и направо. Быстро погода поменялась, а? Доставить материнские платы в игровой клуб. Да, и... Так, сейчас надо в этом молле искать лубас. One side.
А вот я дура. Новые противники. Вот. Ребята, где здесь клуб скала, подскажи? Ох, чапеты! Здесь? Понятно, ладно. Зайду в зону загрузки, посмотрю, что там. Может, это? Аркада. Эй! Здрасте! Приветствую! Я здесь, чтобы доставить вам наикрутейшую игру сезона. Лично от папы Дейзи. Простите, но я не могу принять игру, содержащую столько жестокости и безнравственности. Я должен вам отказать по своим моральным принципам. Тебе лучше взять эту игру, если не хочешь увидеть свои внутренности на своих моральных принципах. А у тебя есть яйца, и мне это нравится. Скажу вот что. Встретимся в подсобке, и может быть мы сможем договориться. Ах, я не обсмотрел клуб. Ладно. Посменим. А, подожди, это ж... Бессрочно, да? Да, бессрочно. Я пока посмотрю, что... Как сыграть? Есть игра и деньги. Звук. Рискну повторить даже. Ля
Прикольно. Это пустой клуб, ничего нет вообще. Ладно. Подсобку меня позвал, да? Иду в подсобку. Это подсобка. Ага. Ты, оказывается, вот что продаешь. Как видишь, я веду кое-какие дела на стороне. Можно сказать, я авторитет в нелегальном трафике оружия. Но я тебе ничего не говорил. Прямо сейчас мне не хватает по нескольку единиц разных видов оружия, чтобы укомплектовать мой последний заказ. Просто кинь нужное оружие в соответствующие ящики, и я буду счастлив принять эту игру из твоих рук. Сейчас. Он не перенимает. А, такая Rocket Launcher, где я тебя возьму? А этого у меня нету. Так себе, блин, найти Rocket Launcher. Раздолбать ему голову, да и все. Слушай, ну нет у меня лаунчера. Слишком там сладко. Ладно, я протащу. Да моя бабка с легкостью пройдет эту игру, если будет сохраняться так же часто, как ты. Я тебя ураю! Будет ли считаться прохождением миссии? Что за... Чё? Только, детка. Только, детка. Этого мне определенно нужно больше. Ты думаешь, я этого испугаюсь? Ты думаешь, я этого испугаюсь? Кретин. Как насчет этого? А тебе понравится, если мне теперь доставлять эти материнские фото? Ты гений. Мне уже лучше. Установить эти материнские фото. Дерьмо. Многовато. Я, конечно, их завалю, но... Но, блин. Да, наверное, придется их всех развалить.
такими. Лишь мое оружие понимает меня. Кому же мне теперь доставлять эти материнские платы? Эй, ты гений. Почему бы тебе просто не установить эти материнки на автоматы? Вот. Вот это правильный выбор. И отдайте мне мои, блин, пушки. Вот и все. Или не понравится, что я зайду в офис. Спрашивать не буду. А, ясно, они заходят. Аккуратнее. Я просто прикалываюсь. Кретин. Аккуратнее. Я знаю, о чем ты думаешь. Этого мне определенно нужно работать. Приятного вам дня. Согласитесь, в этом я хорош. Я выкинул, я думаю, я съел. 575 баксов. Ну, я не мог это пропустить. Нормора. Там аптеки где-то были. Нормас. А уже пофиг. Понравится ему, понравится. Вот, вот. Мне уже лучше. Эта штука хорошо действует. Я полагаю, более политкорректно будет убивать женщин и нацменьшинства в первую очередь. Сегодняшний день — начало конца ваших жизней. Все по плану. Похоже, на сегодняшний день все. Пора возвращаться в церковь. Andrew, get home. Нет, пистолет вернули. Граната, которую я не пользуюсь. Так, церковь меня телепортирует.
Отличная работа, чувак! Церковь высоко ценит то рвение, которое ты проявил. Ага, а теперь насчет Чампа. Да, ты хочешь найти и вылечить Чампа. Не бойся, сейчас все узнаешь. Так точно, я и только я владею этим секретом. И все, что мне нужно сейчас сделать, рассказать его тебе. Чтобы найти и вылечить Чампа, тебе нужно знать лишь один секрет, и это... Что за... Кого на ты, мудак? Вот дерьмо! Эти ублюдки-зомби вырвались с долбанного кладбища! Запомни, чтобы завалить этих ребят, нужно целиться им в голову. Ты секрет не рассказал. Кстати, о голове. Как дела? Винс? Ну отлично. На сегодня это точно все. Ничего личного, чел, но ты уволен из жизни. Черт. Это место ими просто пишу. Пора отсюда сваливать. А кто в меня стреляет? Этого мне определенно нужно побольше. Ну, общем, похоже, на сегодняшний день все. Пора возвращаться в церковь. Отличная вещь. Надо найти еще. Аккуратнее. Похоже, эти пустоголовые мое проклятие. Эта штука хорошо действует. Смотри, куда прешь.
Этого мне определенно нужно побольше. Подсказка на плакате. Надо спрыгнуть. Понимаю, что это губит меня. Но ведь я потрясающе себя чувствую! О, ты весь в крови? Чёрт! Похоже, на сегодняшний день все. Пора возвращаться в церковь. Не могу я в церковь, я только вышел оттуда. Враг, выйти из церкви надо, мне кажется. Дури церкви. Этого мне определенно нужно побольше. Мои зомби разгромили этого угнетателя Винса и его клан. И кто тут у нас? А на меня не смотрите, я просто мимо проходил. Мое святейшество! Это же чувак, правая рука Винса! Это ты, тот мясник, который уничтожил стольких зомби и даже мне надрал зад 11 лет назад! Быстрее, мои слуги, схватить его!
У нас еще остались незаконченные дела. Ты проведешь ночь на свалке. Да, вот он. Wednesday. Черт, что за день. Я видел, как мой бывший работодатель стал нежитью. Меня схватила разъяренная орда зомби-матершинников, и в конечном итоге меня заточили на помойке у бычьего демонического повелителя. И несмотря на это, я ни на каплю не продвинулся в поисках Чампа. Ага, похоже, в очередное дельце вляпался. И как же ты собираешься выпутываться из него? Ах да, совсем забыл спросить. Там что, внутри моей головы кто-то есть? Ха, не обращай внимания. Я лишь твой внутренний голос. Но не волнуйся, я скоро отсюда выберусь. Не смотри в ту сторону. Твой дружок Вельзевульчик идет сюда. О, моя леди! Как же я ее люблю! Скоро мы будем вместе на нашей пышной свадебной церемонии! Но сначала мне надо разобраться с нехваткой денег. Эй ты, ужасно угнетачи и нежити! Мне нужна твоя помощь! Я только что встретил любовь всей моей жизни! И мы решили быть вместе! Наша свадьба будет шикарной! Но еще столько дел предстоит закончить перед церемонией. Мои слуги-зомби слишком ценные, чтобы отправлять их на такие рискованные задания. Так что их выполнишь для нас ты. А что мне за это будет? Помоги нам, и мы не будем устраивать пир, пожирая твою плоть, и носить твои кишки вместо галстука. Достаточно. Что мне нужно делать? Мне нужно бабло, чтобы удовлетворить неуемную тягу к шоколаду у моей будущей женушки. Твои деньги брать как-то неправильно, поэтому прибегнем к старому проверенному методу. Проведи фальшивую благотворительную акцию. Просто проси пожертвования у каждого встречного болвана. Как деньги будут собраны, принеси мне доильный аппарат, чтобы я смог начать продавать мое бабочкино кошерное молоко народу. Он должен быть на одной из фермочек старых пердунов. И это должна быть кошерная модель. У меня очень чувствительные соски. Мы планируем провести наш медовый месяц в нашем потрясном новом доме. Но там сломался долбанный кондиционер. Найди запчасти, чтобы мы смогли собрать новый. Одну из частей, я уверен, ты сможешь найти где-то здесь, в завалах. Проверь рынок этих наглых людишек. Быть может, он довольно строгаша весь части на продажу. Слышал также, что эти чокнутые в дурдоме поклоняются одной из таких частей. Сбегай туда. Выполни эти поручения. И я обещаю, что твоя голова не будет красоваться на пике. Быть может. Батрышак. Все, зомби меня не трогают. Вау. Привет. Не хотите ли пожертвовать на какие-то неопределенные цели? Не хотите сделать пожертвование в рамках этой сомнительной благотворительной акции? Эй! Как насчет того, чтобы помочь неопределенной, но очень нуждающейся прослойке сегодняшнего общества? 3000. Запчасть номер один. А, так тут надо найти запчасть.
здесь. Хорошо. Часть нашел. Привет. Не хотите ли пожертвовать на какие-то неопределенные цели? О, я уже запутался, куда идти. Нет, нет. Есть тут пятидневочка этого трэша. Говорят, будто бывшая звезда-подросток Зак Уорд открыл для публики свою снежную страну чудес. Может, тебе стоит остановиться с этой благотворительностью и наведаться к нему за частью его гонораров? Снежную страну чудес, да? Ладно. Ну погоди, такой робот с головой. Эй, как насчет того, чтобы помочь неопределенной, но очень нуждающейся прослойке сегодняшнего общества? Я так не думаю. Что? Двух выстрелов пистолета минус вся броня. Ты чё прикалываешься? Come on.
Вот это вещь. Не хотите сделать пожертвование в рамках этой сомнительной благотворительной акции? Простите. Ты чё, прикалываешься? Эй, как насчет того, чтобы помочь неопределенной, но очень нуждающейся прослойке сегодняшнего общества? I'm down. Что за чёрт? Этого все равно ничтожно мало. Где же взять больше денег, а? Мне уже лучше. Дурдом, ну пошли в дурдом. По пути потом в снежную страну чуть. Простите, вы не могли бы поучаствовать в подозрительной благотворительной акции, что я провожу? Давай, решай. Я согласен. О. Дерьмо. Это сущие гроши. Так я и за вечность не управлюсь. Не хотите сделать пожертвование в рамках этой сомнительной благотворительной акции? Не интересует. Ты чё, прикалываешься? Думаю, следующая запчасть для кондиционера должна быть где-то внутри этих трех зданий. Нужно их обыскать. Так, это уже был. Привет. Не хотите ли пожертвовать на какие-то неопределенные цели? Секатором на меня вышел. Не, запчасти тут нет. Надо посмотреть в двух других зданиях. Хорошо.
Оооо, динамит закинула. Дура тупая. Да подходить не надо. Да, это так воняет, вот голова эта. Она хорошая у них, кстати. Воу-воу-воу-воу. Мне уже лучше. Можно подойти забрать. Класс. Отличная вещь. Надо найти еще. Тут этой запчасти нет. Хм. Ладно. В третий раз мне точно повезет. Воу-воу-воу-воу. О, чё так? Мне уже лучше. Дом творится. Ну да, я, кстати, есть в дурдоме, чего удивляться. Вообще каждого встречного херачить надо и нормально. Черт! Да, это все, что они могут сказать. Я понимаю, что это губит. Ну, что это такое? Знаете, я потрясающе себя чувствую. Наконец-то нашел. Правильно говорят, кто ищет, тот всегда найдет. И никогда не бросай начатого. Нормальная аптека осталась.
сейчас. Происходит. Просто выкинула. Нормально. В принципе, не так часто вылетает. Поэтому спустим на ошибку. Бывает. Друг стреляет. Правильно говорят, кто ищет, тот всегда найдет. И никогда не бросай начатого. Чувак стрелял в меня с пальца. Я жил себе спокойно, никого не трогал, наслаждался своими правами из второй поправки. Но вы все-таки вывели меня из себя! Кто стреляет? Эта штука хорошо действует.
Эй, как насчет того, чтобы помочь неопределенной, но очень нуждающейся прослойке сегодняшнего общества? Да пошел ты! Дерьмо. Вандерлайн. Опа, снег. Здорово. Эй, как насчет того, чтобы помочь неопределенной, но очень нуждающейся прослойке сегодняшнего общества? Такой недовольный. Я так не думаю. Пряненько, пряненько. Ты че, прикалываешься? Какого тут закрыто? Пойдем до пятницы, понятно. Оп, ДДшечка. Оп, водичка. Привет. Не хотите ли пожертвовать на какие-то неопределенные цели? Давай, простите. Давай. Дерьмо. Четверг. Что-то я себя паршиво чувствую. Я смогу зайти, что у тебя написано? А это мои ребята. Знал, что от этого будут одни неприятности. Эй, как насчет того, чтобы помочь неопределенной, но очень нуждающейся прослойке сегодняшнего общества? Прости. Ты чё, прикалываешься? Заплатить. Это кому заплатить? Ему? Пора завязывать курить это дерьмо. Эти ощущения, как всегда, ужасны. Все в порядке? Лады, хорошо. Окей, береги себя. Привет. Не хотите ли пожертвовать на какие-то неопределенные цели? Прости. Дерьмо. Идиот. А, идиот, лови. Прошу прощения. Пил, блин. Эй, как насчет того, чтобы помочь неопределенной, но очень нуждающейся прослойке сегодняшнего общества? Ладно, будем пожестче, раз такое. Да иди нахер. Это ж такое дело. Мало 60 хп. Ладно, ладно. Ладно, уйду.
Ну все, все, я свой, я свой. Подарочки. Раньше была почта, по-моему. Опа, МП-ху взял. Новенькая. Привет. Не хотите ли пожертвовать на какие-то неопределенные цели? Ни за что, долбанные социалисты. Ты чё, отличная вещь. Аккуратнее. Надо найти еще. Всех их перебить надо было. Запутаюсь. Аккуратнее. Приколов всяких он понабирал в кабинетах. Кретин. Смотри, куда прёшь. Или это полиция была? Чё тут тюрьма какая-то? Для камеры, блин. Не нравится мне это. Ну, снежная сторона чудес. Да, здесь полиция была, здесь я штраф пришел вроде платить. Или что-то такое. Вот же бутылка воды, ну. Но...
Вот и я пришел, видимо. Кто идет сюда? Кто осмелился потревожить великого Зака Уорда? Привет, бывшая суперзвезда-подросток. Как насчет того, чтобы поделиться своими гонорарами в целях благотворительности, а? Эй, ты чудак! Тебе лучше следить за своим языком, когда ты находишься рядом с великим. Я Зак Уорд. Лидер клана Фарси здесь, в моей снежной стране чудес, и всемирно известный актер. Исключительный актер. Да-да, но я правда ни одного фильма с твоим участием не знаю. Как насчет пожертвования? Что? Ты чё, прикалываешься? Как ты не можешь знать, кто я такой? Ты чё, никогда не смотрел «Титус», «Трансформеры», «Обитель зла», «Апокалипсис», «Бладрейн 2», «Один в темноте 2», «Кукольный дом»? Ну, а почти знаменит? Неужели не смотрел? Ты что, мультики только смотришь? В играх я был в Army of Two, The Devil's Cartel. Крутая игрушка. Реально крутая. Полиция Нью-Йорка. Дважды там сыграл. Ничего не смотрел? Блин. Нет, ничего знакомого. И даже всеми горячо любимую американскую классику? Рождественскую историю? Да ее же каждый год крутят по 24 часа в сутки. Ноша, чувак! Сутки, блин, напролет. Не слышал. Скажи, что не так с тобой, желтоглазик? Ты что, обдолбанный? Хо-хо-хо! Так и есть, сучка! Найдешь. Что? Ты тут пришел ко мне. Где мои усилители? А вон 9 штук было. А где, блин? Время нести вдвое больше любви. Где? Кто? Где? Простите. А, ёпарасите, вас тут миллион. Простите, что-то с психикой сегодня у меня не все в порядке. Где? Вот, лови. Мои яйца.
Этого мне определенно. Эта штука хорошо действует. Давай, поплачь. Черт! Давай, ложись! Мои яйца! Я тебе глаз прострелю за это! Дерьмо! Что-то я делаю не отличная так. Отличная вещь! Надо найти еще. Ладно, чувак. Эй, теперь я не чувствую своих ног. Приятного вам дня. Почему меня это ничуть не удивляет? Вот это я и хотел сказать. Просто босса убил одним итемом. Хороший итем, оставлю еще на кого-нибудь. Отличная вещь! Надо найти еще. Да, чудачок вообще как-то быстро сдался. Так, а где его накопленное? Вот здесь. Сейфинг. Да, вот там сейф. Блок. О,
Готово. Они сейчас мои враги будут, да? Армор где-то был. Что тут осталось? Не нравится мне это. Тыльный аппарат. На север пройти и запчасть забрать. Ну, я думаю, что еще успею вот этого среду до пройти. Здоровье. Надо подхил. Да. Мне уже лучше. О. Может, дело во мне, но я чувствую определенную враждебность. Мне лучше быть осторожнее и глядеть по сторонам, чтобы не наткнуться на этих парней. Не хотелось бы огорчать их еще сильнее. Есть такое. Надеюсь, я кружку эту выкинул для пожертвований.
посетитель! Добро пожаловать на мою скромную молочную ферму! Пришел отведать моего вкуснейшего молочка? Не, спасибо. Перед тем, как меня начнет безудержно рвать, позволь мне сказать, что я ищу особый предмет. Возможно, найдется доильный аппарат увеличенного размера, который подойдет для огромной демонической еврейской коровы-демона. Тебе повезло, сынок! У меня как раз есть настоящий бычий сакуматик. И эта модель кошерная, два в одном. Но просто так я тебе его не отдам. Доллары мне ни к чему. Я знаю, что ты сделаешь для меня. Возьми это ведро. Моих коровок надо хорошо выдоить. Сделай это, и аппарат твой. Проход на мои луга вот тут. Проклятие, ты же не открывал двери коровников? Ладно, это не важно. Если ты еще хочешь доильный аппарат, так или иначе тебе лучше вернуться сюда с полным ведром молока. Помни, если они не дышат, это еще не значит, что в них нет молока. Они не кусаются. Ладно, кусаются.
такого постыдного вдаяния мертвых коров. Люди все равно никогда не узнают, что не How am I gonna get that back? Да, хорошо, поработал. Во всяком случае, сделка сделка, я считаю. Дельный аппарат особо большого размера твой. Особо с ним не шали. А теперь вали отсюда. Как два пальца.
Отличная вещь. Надо найти еще. Как делишки? Все отлично. Смотри по сторонам. Убирайся немедленно! О нет, ранен! А тебе понравится, если тебя будут называть сумасшедшим? Вот это вещь. И еще один повержен в прах. Лучше наведаться к этим парням на свалку. Уверен, зомби-каннибалы будут очень благодарны за мои усилия. А тебе понравится, если тебя будут называть сумасшедшим? Лучше наведаться к этим парням на свалку. Этого мне определенно нужно побольше. Дерьмо!
Дерьмо. Хочешь подохнуть? Дерьмо. Эта штука хорошо действует. Теперь, когда я разобрался со всеми этими безумными заданиями, возможно, эта демоническая буренка мне поможет найти Чампа. Неужели что-то опять может пойти наперекосяк? Ты как раз вовремя! Сейчас наша свадебная церемония! Я и моя истинная любовь проведем наш медовый месяц в нашем чудеснейшем новом доме! Быстрее, будь моим шафером! Погоди, свадьба? В каком доме? Эй, это же мой дом. Но кто станет жить в этой развалюхе, кроме меня и моей бывшей Ты не забыл про мое мороженое? Этот голос. Но этого не может быть. Ой-ой, это же моя стервозная бывшая женушка. И она худая. Именно так. Я сбросила все лишние килограммы, как только мы расстались, чудила. Как смеешь ты показываться здесь, в этот великолепный день? Я тебя проучу за то, что ты снова здесь. Ну, зайка, только не перед гостями. О, такой пропитанный и вкусный. Ого, нагадка вида, детка. Для одного слова мало? Блин, вот теперь я ее узнаю. В любом случае, мои дела тут окончены. Я могу идти? Разрушитель! Это все твоя вина! Ты сорвал мою свадьбу и превратил мою сногсшибательную женушку в жирную шлюху! Ты изгнан с моей свалки! Я ручаюсь, что все зомби мира будут преследовать тебя веки вечные! Ты знаешь, я переживу это. Блин. Сегодня просто дурдом. Я не очень далеко от сердца города. Даже если я найду Чампа, что я буду делать, если он подвергся радиоактивному излучению? Стоять, каланча! Настало наше время! Великий жрец говорит, восстанет с глубины воздать по заслугам всем, кто выше нас! И ты будешь первой жертвой из огромного множества в нашей святой войне против высоких! Воу-воу-воу, маленькие люди, я не причиню вам вреда. По крайней мере, прямо сейчас не причиню. Я лишь иду через этот проход, чтобы найти моего облученного радиацией пса. Ты говоришь о легендарном Эль Перро Локо? Он хочет вылечить зверя, эту гигантскую ошибку. Вернуть ему изначальный облик, уменьшив его. Он должен стать одним из Мы нас. Мы недооценили тебя, каланча. Конечно, любой, кто хочет уменьшить кого-то огромного, наш единомышленник. Идем с нами, и завтра утром ты встретишься с нашим лидером, который поможет тебе в твоем деле. Быстрее, пойдем в шахту Колмана.
Провести ночь в темной гнилостной пещере на матрасе для карликов? Да, в какое чудное место ты нас притащил. Заткнись, мозг. У меня нет настроения с тобой сейчас болтать. Короткий разговор вышел, да? Кстати, о коротком. Вот и тот карлик. Дуй за мной, Каланча! Наш лидер готов говорить с тобой! Большой Маквиллис. Мы возглавляем людей Колмана. Необычных людей, обладающих особым и даже уникальным ростом. Прости за вопрос, но ты не высоковат для карлика. О чем ты, придурок? Я тоже карлик. Просто исключительно высокий. Сегодня мы позвали тебя за тем, чтобы помочь тебе в поисках Эльпиара Лока. Ты говоришь о поисках Чампа? Да, когда ты найдешь Эльпиара Лока, ты должен использовать лекарство, чтобы уменьшить эту огромную тварь. Мы можем сделать для тебя лекарство, но ты должен доказать свою преданность людям Колмана, что ты, несмотря на свою высоту, с уважением относишься к нашему росту. Прояви свое достоинство перед людьми Колмана. Поставь на место своих высокеньких дружков. Для создания лекарства нам необходимы определенные вещества. Принеси их нам, чтобы мы могли приступить к изготовлению. Вещества можно найти на химзаводе. Нам необходимы новые технологии, чтобы увеличить наш рост. Это поможет нам на поле боя против высоких. Нам нужны джоли-джамперы. Возьми портативную модель на заводе роботов. Мы должны морально подавить высоких, лишив их любых развлечений, разрушив планы попеть в караоке вечерком. Караоке-клуб тут. Теперь иди и служи людям Колмана с честью.